Всем привет! Привет! Вы на канале Eva and Play. И сегодня Ева будет нам открывать киндер-яички. Киндер-яички из серии Эквестрия. Но сначала, по традиции, Ева сделает фокус-покус, и они у нас появятся. Фокус-покус! Вот Ева, молодец. Яички появились. Ну что, смотри, у тебя получилось 3 яичка. Все разные, да, по цвету. Будем открывать, смотреть. Приступай, с какого начнешь? С радуги. Давай. Я специалист, чтобы открывать киндер-яички. Профессиональный открыватель яиц? Да, у меня такое кольцо уже было. Да? Что это за кольцо? Это кольцо, и тут цветок нарисованы вот такие вот. Нет, такое мне еще не попадалось, только другое. Вот такое кольцо. Красота, да? Ну давай, прям вместе с этим кольцом. Такое яичко будет открывать следующее. Пока все убирай, да, в стороночку. Так, залезай. Шоколад сюда? Да. Мусор туда, потому что его вообще... Не, ну пусть лежит, оно немного места занимает, пусть пока лежит. Я по линейке беру. Хорошо. Ой, шоколад посыпался. Вкусняшка. Может, в этом какая-то эквестрия или пони? Давай посмотрим. Прыгун! Браслет, как я хотела! И что это за браслет? Показывай. Браслет! Так, он к этому... Смотри, он как раз... У нас вот такое, а теперь ага, вот такое. Так, ну давай. Покажи, что у тебя за браслет получится. Еще и наклейки надо, да, клеить? Да. Твои любимые. С пони. С пони? Да. Помочь приклеить сама? Сама. Вот такое у нас облачко получилось. Сейчас наклеим сердечко с пинки. Это не очень ровно приклеилось. Ну ничего страшного. Защелкиваться она должна, да? Так, надеюсь, это мой размерчик. Это цвет искорки. Да? Да. А колечко чей цвет? Синенький. Это радуги. Да? Да, ну вообще-то она голубая. Одевай как есть. Будет у тебя, значит, кольцо, браслет, да? И открывай третье яичко. Что у нас там? А этот спинки. Яичко Пинки Пай? Да. С такой веселенькой. Эквестрия и пули. Что это такое? Опять колечко. Зелененькое. Опять колечко? Да. А где же само колечко на палец? Какой-то цветочек, по-моему, нет? Да, это уже не колечко, по-моему. Давай попробую помочь. Там, наверное, его нужно немножко по-другому. Давай, помогу тебе. Так это крутилки такие.
цветы-крутилки. Думаешь, это цветы-крутилки, как Юла? Ну, сейчас увидишь. Давай посмотрим, я уже его сделал. Держи. Покажи, покажи нам, чтобы мы видели, что это за цветочек получился. Сначала покажи нам его, потом покрутишь. Такой вот цветочек, да, получился? Его, наверное, надо распустить, чтобы он кружился. Распусти его полностью, тогда будет легче кружиться. Не очень как-то. Не очень хорошо кружится, да? Может быть, это просто цветочек. Ну да. Что, мы открыли все три киндера? Да. В коллекции Квестри у нас попалось колечко, браслет и цветочек Юла. И шоколад. Ну, а самое главное, шоколад, да? Ну что, Ева, понравились тебе киндеры? Да. Красивые, вкусные? Да. Шоколад уже попробовала? Да. Молодец. Теперь давай прощаться. Да. С вами был канал Ева Эндплей. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментарии. Пока-пока. До новых встреч.